Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан на 6 лет ежегодно. На его реализацию городу выделяется 830 миллионов рублей. Благодаря этому с начала года в Сочи удалось отремонтировать 64 улицы. Сегодня общественники высказали свое мнение по поводу их качества и безопасности. У нас сделано в микрорайоне две дороги. Это улица 50 лет СССР и улица Октября. Значит, качество очень высокое. Жители довольны. Все учтено, и ливневая канализация, и бордюрный камень, и освещение. Дорожные работы завершены в селе Пластунка на улице Леселидзе. В этом году это самый дорогостоящий ремонт в Сочи. На капремонт 2 километров дорожного полотна было выделено 80 миллионов рублей. Но у сельчан возникли дополнительные пожелания. Просят расширить участок дороги на одном из подъемов. Чтобы вот эту дорогу расширить, там подъем этот, и уже чтобы капитальная хорошая дорога была на спуске, чтобы две машины могли разъезжаться. Обещали, да, уже это в проект там внесено, да. И там должны ливневки сделать, проект нести, должны выехать на место, посмотреть, и это будет где-то в 2020 году. И также переулок Бригадный, тоже в 2020 году, он в проект вошел, чтобы там отремонтировать, как бы объездная дорога будет. А я рада, и жители рады, очень хорошо. Сегодня же на общественных слушаниях Департамент дорожного хозяйства утвердил с тосовцами новый перечень дорог на 2020-2021 годы. За этот список голосовали сами сочинцы. В итоге в центре в следующем году планируется ремонт 9 улиц, в Хостинском районе 23. В Адлере дорожное полотно обновят на 21 улице, в Лазаревке на 33. Предварительно в каждом районе Сочи прошли обсуждения перечня автомобильных дорог с территориальными общественными советами. Приоритетом для выбора улиц стали многочисленные обращения граждан. В следующем году, отмечает руководитель департамента, большое внимание будет уделено и разработке проектов. Что касается проектно-изыскательских работ, то они ведутся параллельно тем работам, которые ведутся по национальному проекту «Безопасное качество автомобильной дороги». Проектно-изыскательские работы у нас ведутся, во-первых, за счет средств нашего местного бюджета. И самое главное, чтобы понимали наши жители, что именно при наличии проекта на капитальный ремонт, либо реконструкцию, на наших улицах не только будет отремонтировано дорожное покрытие, но могут и появятся тротуары, освещение, ливневая канализация. Это, конечно, очень важно для многих наших улиц городских. Ремонт дорог, попавших в список на 2020 год, начнется уже с 15 января. С полным перечнем сочинцы могут ознакомиться на сайте администрации города. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.